Здравствуйте, ребята! Наша библиотека поздравляет вас с наступающими праздниками, Новым годом и Рождеством. Наступает самое интересное время. Время волшебства, время загадывания желаний и подарков. В преддверии этих самых любимых праздников я хочу познакомить вас с книгой, которая называется «Волшебные новогодние стихи, песенки, загадки, игралки». Книга вышла в серии «Подарок под елочку». Правда же книга похожа на подарок? У нее яркая праздничная обложка и иллюстрации, которые хочется разглядывать очень подробно. Издательство «Малыш», выпустившее книгу, обратилась к взрослым читателям с такими словами. Новый год – самый детский праздник на свете. И даже взрослые, празднуя его, радуются, потому что вспоминают свое детство. Елка, чистый снег, шумный каток или шелковая лыжня в молчаливом лесу – все эти радости остаются с нами на всю жизнь. Недаром так много прекрасных строк освещали зимним праздником и забавам поэты всех времен. Пусть и у ваших детей зима будет временем подарков, сказочных приключений и румяных щек. Ольга Высоцкая. Елочка. Ни листочка, ни травинки, тихим стал наш сад. И березки, и осинки скучные стоят. Только елочка одна весела и зелена. Видно, ей мороз не страшен. Видно, смелая она. Петр Синявский. Загадки зимнего двора. На форточках картинки из белой паутинки. Что это? Это иней. По ледяной дорожке бегут стальные ножки. Что это? Это коньки. Тащим их на горку, чтобы устроить гонку. Что это? Это санки. Полетают в небесах и растают на носах. Что это? Это снежинки. Андрей Шибаев. Дед Мороз. К нам на елку. Ой-ой-ой! Дед Мороз идет живой. Ну и Дедушка Мороз. Что за щеки, что за нос? Борода-то, борода, а на шапке-то звезда. На носу-то крапины, а глаза-то папины. Марина Дружинина. Загадки. У деда внучка снежная, помощница прилежная. С ним вместе каждый Новый год подарки детям раздает. Как зовут внучку Дедушки Мороза? Снегурочка. Ее мы украшали долго, порою было очень колко, зато на радость нам потом она украсила наш дом. Что это? Это елка.
Андрей Усачев. Кто с огромнейшим мешком через лес идет пешком? Может, это людоед? Нет. Кто сегодня встал чуть свет и несет мешок конфет? Может, это наш сосед? Нет. Кто приходит в Новый год и на елке свет зажжет? Включит нам электрик свет? Нет. Кто же это? Вот вопрос. Ну, конечно! Дед Мороз!